Запасов риса в стране достаточно. Почти 60 500 тонн хватит до осени, сообщили в Минсельхозе. К слову, в этом году аграрии увеличили посевные площади на 12 500 гектаров. Больше всего злак выращивают в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях. Здесь ожидают собрать хороший урожай. В ведомстве отмечают, причин для роста цен на крупу нет. Так, лидер по производству риса Кызылординская область заключила договоры на поставку крупы во все регионы страны по фиксированной цене. Речь идет о 7 000 тонн. Реализовывать продукт будут через СПК и социальные магазины.